Где и когда колымчане смогут купить субсидированные билеты? Сроки реализации программы обсудили на заседании правительства Магаданской области. Вопросы транспортной доступности находятся на личном контроле губернатора Колымы Сергея Носова. Он поручил региональному Минтрансу в течение 2 недель подготовить отчет о том, как, где и когда магаданцы смогут приобрести билеты по льготным тарифам. Я давал поручение по поводу того, чтобы подыскать помещение. Он готовит предложение по переоборудованию этих помещений под кассы Аэрофлота. Я через 2 недели спрошу, как вы продвинулись в этой работе. Отвечает Министерство транспорта, но обращаю к уважаемой коллеге. Я внимательно посмотрю, значит, я же понимаю, в чьей зоне ответственности, значит, этот вопрос лежит. Также без решения или взаимодействия с Министерством транспорта проблему не решить или на заданные вопросы ответ не найти. Также Сергей Носов отметил, что век цифровизации возможность купить субсидированный билет должна быть через интернет. Не у всех колымчан есть возможность пойти в кассы и отстоять очередь, как это было 60 лет назад. Давайте сформулируем запрос Аэрофлоту, запрос России. Почему век цифровых технологий? Век цифровых технологий. При наличии национального проекта цифровизации экономики мы билеты должны покупать так же, как 60 лет назад. Это что? Уровень цифровизации нашей ведущей компании. Предлагаем Аэрофлоту решить вопрос. И хотел бы понять, в какие сроки это будет сделано. Продажи билетов жителям, в частности, Магаданской области по интернету. Напомним, 22 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 миллиардов рублей на субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока. По словам специалистов, благодаря этому приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек. Изменены государством.